Кино. Художественный фильм «Сказание о земле сибирской» 2016. Петрович! Петрович! Кого там черт принес? Выходи давай, пенсию привезли. Ой, иду, а то я уж заждался уж. Заждался, здорово. Привет. Что ты заждался, пока всем развезешь? Полиуретан, газопропилену. Выносим пенсию, хлопчики. Ну как ты? Чего? Ты ничего. Тянешь помаленьку-то. Помаленьку-то тяну. Ой, хорошо. Дай Бог. Бог дает. Вот так, спасибо, хлопчики. Ага. Вот так, да. Давай, распишись меня здесь, а, тут, за 4 мешка. Что, опять пенсию добавили? Да, 4 мешка и тут... Раз, два, три, четыре. На один мешок больше у тебя в этом месяце. А что так? Ну, так и нефть-то на Нью-Йоркской бирже опять подскочила, подорожала. Ох, овцы. Спасибо земле нашей сибирской и матушке природе низкий славянский поклон. Сколько же она теперь стоит-то? В результате торгов-то в этом месяце $5600 за баррель. Ух ты! Да. $5600 за баррель. А в прошлом месяце сколько? А в прошлом мы имели 400. Где-то, да, 400. 400. Плюс-минус $100, это сейчас уже не считается. Хорошо-то, ну, конечно, хорошо. Хорошо. Только уж не знаю, как я до следующей пенсии доживу. Картошка-то в этом году опять на базаре подорожала. Ой, давай, Петрович, о державе думай, что ты. О державе. Что же она обо мне не думает? Давай, Петрович, не гунди. В следующем месяце, говорят, 8 тысяч баррель будет стоить. А картошка 10. А вот да, что ж ты хочешь. Картошку-то ростить, не баррель выкачать.